Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. В общем, продолжается эпопея солнечной батареи. Та, которую я приобрел, действительно, подписчики были некоторые правы. Она не заряжает смартфоны, то есть не хватает тока зарядного. Может быть, она рассчитана, скорее всего, на какие-то старые древние телефоны с небольшим потреблением. Ну, в общем, в топку получается так. Заказал я здесь у одного человека 5 панелей 12-вольтовых. Пришли они ко мне недавно. Вот такие вот 5-вольтовые, ой, 12-вольтовые панели. Вот такой вот. В такой формы. Потом пришлось, соответственно, ну 12 вольт надо же в 5 превращать. Пришлось взять DC-DC стабилизатор на LM2596. Вот такую вот я взял. Вот сам стабилизатор. Вот. Подключу параллельно панели через DC-DC и попытаюсь зарядить сам смартфон. Ну и посмотрим. Уже, я думаю, USB вот этим тестером мы посмотрим, какой будет нагрузочный ток. И сможет ли он зарядить вообще телефон или нет. Вот, так что поэкспериментирую. Так, ну что. Вот так вот я спаялся пока. Типа макетной платы. Сейчас буду проводить измерения. Параллельно подключил. Так, ну что, друзья. Помучился я маленько. Получился такой результат. Вот панели зафиксированы на такой вот доске. Вот такая доска. Зафиксированы они довольно оригинальным способом. Я взял такие подпятнички резиновые и двухсторонним скотчем налепил. Теперь их сложно оторвать. Также я использовал параллельно эту панель. Тоже. Ну, она тут сколько? 6 вольт. Вот. Подключил индикатор. Не знаю, видно здесь, не видно. Но, в общем, результат какой. Солнце сейчас, правда, садится. Вот оно у нас. Но могу сказать так, что... Сейчас попробую, может, видно будет. Пока, можно сказать, частично доволен. Вот горит светодиод. То есть, ну вот, также заряжается телефон. Вот зарядка. Блин, где он тут? Подожди. А, ну да, я же убрал. Солнце-то не видит. Сейчас солнышко увидит. Вот зарядка пошла. Вот. В общем, суть какая. Добился я того, что когда направляешь на солнце, у нас 500 мА, то есть получается пол ампера он дает, это батарея, вместе с этой, в параллель, опять же, соединено все. То есть в любом случае надо еще добавлять штуки 2, наверное, на такое, на недостающее место вот сюда поставить еще 2 панельки, вот, и будет более-менее. Опять же, без этой панели, вот эта вся 5 панелей дают около 300 мА. Это у нас дает, получается, около 200. То есть в сумме 500. Вот. Ну, частично, в общем, можно сказать, я доволен. Вот на такой доске смонтировал нормально. Зафиксировано еще. Я просто дел не имел с такими панелями солнечными. Вообще с солнечными панелями. Я понял, что надо действительно направлять именно на солнце. Потому что когда направление не на солнце, а чуть-чуть в бок, то уже отдача не такая хорошая, как хотелось бы. Вот, так что... В общем, буду продолжать дальше экспериментировать. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем три. До свидания.